Когда-то этот город лучился энергией. Темный и опасный. Но такой живой и прекрасный. Теперь он стал другим. Поначалу все менялось незаметно. Кто-то этого не заметил. А кто-то просто принял перемены. Они выбрали комфортную жизнь. Другие нет. И те, кто не подчинился, были выброшены на обочину. Стали вне закона. Они наши клиенты. Мы называем себя бегущими. Мы существуем на грани реальности и ее блика. На грани отражений. Мы избегаем неприятностей, чужих глаз. И копы не сильно нас достают. Бегущие видят город иначе. Мы видим поток. Крыши превращаются в дороги и перекрестки. Ловушки и тупики. Пути к спасению. Поток заставляет нас бежать. Он же помогает нам выжить. Пора потренироваться, а, Фейс? Да, я знаю, ты этого не любишь. Но после того падения нужно восстановить форму, иначе в городе ты пропадешь. Да еще, ты же не в курсе. Как тебе эта новая площадка? Неплохо, правда? Селеста завершает свою обычную пробежку, поэтому повторяй все за ней, хорошо? Привет, Фейт. Снова в бой, а? Не думала, что так скоро тебя убьют.
Мерк хочет, чтобы мы устроили спарринг, Фейт. Ну, ты его знаешь. Готова? Давай, начали. Итак, Фейт, перейдем к обезоруживанию. Глядишь, пригодится. Фейт, если уж и лезешь в драку, то старайся отрезать их и разбираться по одному. Ладно, хватит тренировок, девочки, пора за работу. У Дрейка для тебя задание, Цел, он уже ждет. Фейт, дай мне знать, когда будешь готова к пробежке. Пока, Фейт. Оценили твою болтовню, Фейт. Но когда тебе надоест рисоваться, может, возьмешься за настоящую работу? Я же в тот же что она встретила тебя в углубленном месте. Ты должна передать ей посылочку. Она будет ждать у антенны дальше по дороге. Хватит мечтать, Целес уже рвет и мечет. Она почти у антенны, всего лишь передай сумку, остальное ее забота.
Фейт, ты обнаружена. Вертолет новостей засек копов, и они направляются к тебе. Еще копы. Давай же, Фейт, копы на хвосте. Эй, кидай мне сумку. Так, пакет у меня. Осторожней, они не шутят, Сэл. Все путем. Давай!
черта началась пальба? Чего ты там натворила, Фейт? Ничего. Они просто начали палить. Что же, черт возьми, происходит? Я порасспрошу людей. Тащи свой зад обратно на базу, Фейт. Повторите, офицер Коннорс! Направляюсь к Поупу, Роберту Поупу. Он заявлял о взломе на прошлой неделе. 56-я Вест Арланд Драйв. Сообщите лейтенанту Миллеру. Принято, офицер Коннорс! Коннорс, конец связи. Привет, сестренка. Ты там, малышка? Да, Мерк. Курю, сидишь и слушаешь их болтовню. Сам знаешь. Ты ж попробуй вздремнуть. У нас был тот еще денек. Постараюсь завтра узнать, что нашло на копов. Отчего у них пальцы на курках зачесались. Я заскочу попозже, хорошо? И не раздави пиццу. Мне нравится, когда она пышная. А, понятно. Пока, Мерк. Всем подразделениям прибыть на 56-ю Вест Арланд Драйв. Соблюдать осторожность! Мерк. На связи? Подключай канал, следи за мной. Почти на месте. Как решишь сообщить мне, где ты и что, черт побери, происходит, я весь внимание. Это моя сестра. Ладно. Посмотрю, можно ли что-то выяснить. Погоди немного. Итак, Дрейк говорит, на Вест Арланд поднялся шум. Там офис полный. Туда-то нам и надо, но без глупостей, черт его знает, чем ты столкнешься. Ты же знаешь, что он баллотируется в мэры? Наконец-то в городе появился хоть кто-то, способный очистить это болото. Подумываете отвезти детишек в галерею Нью Эдем? Не забудьте остановиться перекусить в ресторане Рай. Расположенном на втором этаже за клумбой слева. Райские гущи. Каждому седьмому гостю яблоко в подарок. Кейт, что ты здесь делаешь? Что случилось? Это ты? Нет! Так ты его не узнаешь, да? А должна? Это Роберт. Роберт Поуп, папин приятель. Черт, тут Поуп. Он позвонил мне.
Мы почти не общались с тех пор, как я стала копом. На прошлой неделе к нему вломились. Он ведь баллотируется. Ты не читаешь новости? Это уже не новости. Это реклама. Он избирался в мэры. Значит, взлом должен был сильно напугать его. Я тоже так подумала. Но вот что странно. Он рассказал мне о взломе, попросил прийти, а потом спросил Правда? О тебе. Я не видела его, наверное, лет 10. Как бы там ни было, он был еще жив, когда я приехала. Сидел за столом, что-то писал, а затем я отключилась. Когда пришла в себя, он был уже убит. Уверена, из моего же пистолета. У него на столе был ежедневник, он исчез. Не знаю, был ли кто-то еще в здании. Я оставила рацию в машине, даже не успела еще ничего сообщить. Ясно. Пошли со мной. Отведу тебя в безопасное место. Сейчас не время бежать. Я не такая, как ты. Бегство только подтвердит мою вину. Думаешь, это случайность, Кейт? В этом городе нет места случайностям. Кто-то хотел убить его, а из тебя сделать козла отпущения. Помоги мне. Эйфи, пожалуйста. У тебя есть знакомые. Тут что-то очень серьезное. Что-то, о чем он знал, о чем хотел рассказать мне. Я не могу влезать в это, Кейт. Ты знаешь, чем я занимаюсь? Отлично. Я не могу. Копы на подходе, Фейт. Думаю, ты захочешь свалить оттуда через... Ага, сейчас. Я попробую, Кейт, окей? Если начнутся проблемы, найди лейтенанта Миллера, моего начальника. Расскажи ему все, что знаешь. Я серьезно, Фейт, они шутить не будут, ты понимаешь? Проваливай оттуда. Уходи! И Фейт... Спасибо за все. Черт! Убирайте из здания, Фейт, скорее! Спецназ сел тебе на хвост, Фейт, убирайся оттуда! Уходи оттуда, Фейт! Тут должен быть выход через финансовый отдел. Выход через финансовый отдел.
быть. Перевести дух. Черт, ничего себе. Не могу поверить, что Боб убит. Гадство, чертов город. Так ты знала его, да? Да то в этой ты умудрилась влезть в осиное гнездо. Иди к мосту на той стороне авеню, потом чеши Центурион Плаза. Засек несколько машин с копами, едут к тебе. У тебя мало времени. Пошли, пошли! Срочный выпуск City News. Прокурор Роберт Кул баллотирует. Затек несколько машин с копами, едут к тебе. У тебя мало времени. Срочный выпуск City News. Прокурор Роберт Кул баллотирует. Затек несколько машин с копами, едут к тебе. У тебя мало времени. Срочный выпуск City News. Прокурор Роберт Фулл блокирует. Затек несколько машин с копами, едут к тебе. У тебя мало времени. Срочный выпуск City News. Прокурор Роберт Фулл. Затек несколько машин с копами, едут к тебе. У тебя мало времени. Срочный выпуск City News. Прокурор Роберт Фулл. Затек несколько машин с копами, едут к тебе. У тебя мало времени. Они пытаются окружить тебя, Фейт. Пробейте к плате. Они идут на перерез тебе, Фейт. Прорви через них, скорее. Ты должна пробиться к плате, Фейн. Есть один проход в туннеле, что перед тобой. Захни под глубже и продолжай бежать, Фейн. Давай, давай! Тебе не понравится то, что у тебя за спиной, Фейн. Держи темп.
Эстакады должны быть где-то впереди у плазы. Крит будет на другой стороне, он выведет тебя. Впереди копы, детка. И их по одному, поняла? Пошли, пошли! Забирайте на эстакаду, это единственный выход. Ты почти оторвалась от них, подключаю Крига. Черта, Мерк. Что-то заставило кого-то напрячься, малышка. Я не знаю, что именно, но тут запахло жареным. Привет, Цел. Тяжело было от них оторваться. Не, копы не поймают и собственные задницы. Но у них появилась привычка палить во все подряд. Радио не затыкается про убийство Поупа. Копы бегают как ошпаренные. Что на них нашло? Наверное, кто-то вставил им пару пистонов. Ты осторожней там, Цел. Так отчего вся чехарда? Наша девочка увела улику с места преступления. Теперь, похоже, каждый коп в городе хочет поймать ее. Это та улика, что ты слямзила? Ага. Кажется, это слова из дневника. Все остальное пропало. Все, что я разобрала, это слова Икар и самой высоте. Икар — это грек какой-то, да? Точно. Его папаша смастерил пару крыльев из перьев и воска. Затем пацан подлетел слишком близко к солнцу. Нет крыльев, нет Икара. Если кто что-то и слышал, ты знаешь, кто это, Фейт. Да уж. Я знаю, что он уже не бегущий, но у него есть связи. Ты не можешь избегать его вечно. Поспорим? Ты о ком? Джек Найф. Дрейк засек, где спрятался Джек Найф. Он на одной из крыш, на бывшей тренировочной площадке бегущих возле дождевого коллектора. Правда, там все кишит копами. Следуй по каналу к Хэмптон Таун. Шевелись.